Привет, друзья! У меня была мечта. Я хотел стать известным и веселить людей. Но путь на сцену камеди-шоу мне преграждали маститые артисты, сложная система кастингов и отсутствие нужных связей. Тогда я решил пойти от обратного. Мы с друзьями организовали Люмпины продакшн и стали снимать свою собственную программу Люмпины. Поначалу людям не нравилось то, что мы делаем. Зрители и уважаемые медиа-эксперты обрушивались на нашу деятельность потоком критики. Хоть ли как неприкрытые личные оскорбления, так и вполне правильные замечания. Но мы решили твердо стоять на своем и не прислушиваться к мнению людей, каким бы авторитетным оно ни было. Прошло время, и у нас появились первые поклонники, количество которых теперь измеряется сотнями тысяч. Совершенно недавно я узнал, что нашим путем идет еще один человек. 4 марта исполняется год с момента релиза нашей первой программы. 4 марта я проголосую за Владимира Владимировича Путина.